Здравствуйте, друзья! Давайте посмотрим, что же вырезали федеральные каналы. А там бык стоит. Шея черная, там серый. Да, чуть дальше там корова похоже стоит. Ты когда начинаешь, ровно килограмм потом, сумасшедший. Получается такая вот маленькая сосна. Снежные басики. Телеканал «Дождь» выяснил, что такая куртка стоит 40 тысяч рублей. Вот, смотрите, классный момент. Сейчас Володя будет форсировать реку. Оп, и запись прекратилась. То есть он сам переехать реку побоялся. Он доехал до края и остановился.
Вездеход, кстати, шведский, не российский. Называется он Hägglunds BV-206 и стоит на вооружении стран НАТО. Вот еще один момент. Смотрите, Путин вплотную подъезжает к деревьям. Педаль газа, судя по звуку, находится в полу, а потом резко этот план обрывается, и дальше он спрыгивает на землю. Вот у меня есть подозрение, что он просто въехал в эти деревья, а оператор нам, естественно, этого не показал. А там в горе, значит, здесь. Там что ли? Или 30, наверное. Прямо в гору. Там вот дальше грохота, сортировка. Ну все сделано, так, знаете, вручную. Я вот, честно говоря, не могу понять, как президент страны, в которой столько проблем, может вот так бесцельно шататься со стороны в сторону. У губернатора Белозерцева при обыске нашли 420 миллионов рублей наличкой. Послушайте, как этот жулик рассказывал про агентов США. У нас в... К большому сожалению, значит, Америка, Запад загоняет огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги, и которые, они есть в каждом регионе, они есть и у нас, которые там, ну, не решить проблему, значит, найти законное решение, дестабилизировать ситуацию. Вы должны знать о том, что многие... ложную информацию загоняет сюда. На зону поедет рассказывать сказки губернатор.